Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в A New Beginning Final Cut, которую, скорее всего, переводится как «Новое начинание, последнее обрезание», поэтому давайте продолжать. Остановились мы в прошлой серии на том, что сделали... Где оно? Поддельное удостоверение. Многострадальное. Ах, нет. Ах, нет. И добились того, что вот этот вот швейцар нас пропустил. Пойдемте поговорим еще с демонстрантами, вернем громкоговоритель. Отдам позже, еще может пригодиться. Не, не будем возвращать, давайте с ними просто поговорим. Привет, да прибудет с тобой земля. Что мы можем... Ничего, можно опять идти. Мне чтобы даже похвасталась скорее. Тем, что... Да прибудет с тобой земля. Все, до завтра. До завтра, ребята. Статистика говорит сама за себя. Чего мы здесь не видим, так это опасности роста. Да, старикан. Вы все найдете в моем отчете на странице 512. Соответствующий график размещен на странице 522. Но вы уже все сами прочитали. А главное... То есть, что я хотел сказать? Да, большое спасибо, господин Бургхард. Думаю, для ознакомления этого достаточно. Я еще не... А сейчас мы дадим возможность господину Индесу прокомментировать выкладки профессора. Потом, после короткой паузы, мы прослушаем отзыв инспектора комиссии по защите окружающей среды, доктора Брауна. Господин Индес, прошу вас. Индес. Индес Индустрис, вот и он. Пришел. Благодарю. Усатый. Из-за жесткого регламента я постараюсь быть кратким. Думаю, это и в ваших интересах тоже. Обезьяна давай, тоже внимательно слушает. Доклад нашего уважаемого господина профессора был очень подробным. Но ответ на самый важный вопрос он нам не дал. А вопрос этот звучит так. Каковы альтернативы? Факт в том, что в упомянутых странах мы столкнулись с большой нехваткой энергии. И чем же нам покрыть эту нехватку? Не, ну атомная энергетика, в принципе, вещь хорошая. Если за ней следить нормально, то не атомная энергетика виновата во взрывах, а люди. Поэтому идут они все нахрен со своей теорией. Какая же волшебная энергия может заменить эту многократно испытанную... Не, ну есть, конечно, если там они научились из растений там добывать, то... Вопросов Бен нет, Свенсон, но... он знает способ получения водорода благодаря сине-зеленым водорослям. Очень хорошо. Наш новый очаровательный эксперт, возможно, не ознакомилась с протоколом нашего слушания, но выразилась на удивление точно. Нет ни одной серьезной альтернативы. Но водородные водоросли работают, они... Нет ни одной технологии, которая даже близко могла бы сравниться с моими электростанциями. Насколько мне известно, Бен Свенсон и сам прекратил работу над этой технологией. Посмотрим фактам в глаза. Атомная энергия, которую производит Индес Индастрис, единственный логичный шаг в безопасное будущее. Но... Я вынужден просить вас не мешать нашему собранию. Если вы будете говорить с места, я буду вынужден удалить вас из зала. Поверить не могу, что вы слушаете этого очковтирателя, ведь речь идет о нашей планете. Прошу соблюдать регламент. Большое спасибо. Все, короче, сейчас будем соблюдать регламент. Так, что тут сцена? А где тут чувак? Смысл уже? Это выход. Тут, ну тут у нас ничего нету, тут мы можем... Только Ульрика осмотреть. Ждет этого доктора Брауна. Он ни в коем случае не должен заговорить об электро... Так, хорошо. Ну, у нас... А, блин, у нас же нету ничего, чему порешить-то можно. Этот упырь не должен заговорить. Я понял. Я вас понял. Так, идем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы можем подняться, а можем сюда зайти, да? Ладно. Мадам? Ты что, на спине глаз имеешь, что ли? На кухню, что закуски скоро закончатся, ладно? Но... Никаких «но». Передайте на кухню, что вас прислал доктор Браун. А, так это ты, да, докторишка. Доктор купленный. Браун. Давай мы тебя так нет, сейчас... я не работаю на кухне. Я
думал, что вы относитесь к персоналу, потому что на вас это униформа. А что вы тогда тут делаете? Ну, давайте... Вот я так. Знаю, это просто безумие, но... А что? Так, электростанции... Так, ладно, вот это должен давай. Добиться, чтобы лицензии не продлили. Чтобы лицензии надо, чтобы не продлили. Правда, ему заплатили уже, планеты. Ну что поделаешь? Вы что, одна из этих истеричных... Да, именно, ты угадал. Нет, я... Поверьте, я хорошо сделал свою работу. Электростанции, которые я проверял... отвечают всем необходимым требованиям. За взрыв ты потом ответишь. Мудачила-то. Проверял он, блин. Ну, видите, хавайся спокойно, без вопросов. Блин, обмазался он. Уже. Испачкался. Так. Ого, ну и аппетит. Так, надо ему что-нибудь подкинуть в эти закуски. Выглядит явно. Аппетитно. Вы... Стаканы. Лучше давайте пусть это делают другие. Чё? Не понял. Так, хорошо. Пунш. Чего там только не плавает. Мерзость. А что там, насекомые плавают, что ли, или что там? Ой. Это даже стаканами называется, да? Ну. Стеклянная дверь. Здесь нас тоже ничего не интересует. Так, давайте его обольем пуншем. Нет, не пойдет. Ладно, на. Не. Иди ты нахрен. Здесь тоже ничего. Там явно у нас поднимаемся куда-то наверх. Давайте еще глянем на эту открытую дверь. Ого, мы еще и выйти можем. Ну, отлично. Ёшкин ты кот, а? Демонстранты. Давайте повозим. Мой голос не выдержит. Давайте, короче, вот так. Слушайте меня! Слушайте ее! Слушайте ее! Слушайте ее! Фанатики. Так. Ого, все, стихами поговорим. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. Лучше сегодня быть. Ну ладно, вы тут трындите. Интересно, сколько людей здесь? Интересно, сколько людей? Блин, все повторяют, как эти. Где-то там внизу должен быть гор. Лучше сегодня. Чего завелись? Ай, ладно, короче, я вас оставляю. Молодцы. Так, музыкант, давай-ка сыграй тут вот Литкуенку какую-нибудь или польку белорусскую. Видимо, нет. Я знаю, как до него докричаться. Нет, нет. Давайте его ножичком по горло, короче, в рояль. Да. Так, может, на? Доктор Браун, ленту не хочешь посмотреть? Лучше не стоит. Да блин, ты столько шла, и давай пуншем музыканта этого угостим. Пуш-пунш. Не знаю. Короче, не будет. Ну, единственное, может быть, представиться ему. Нет, не... Ножницами по шее. А... Отвертку в жопу вставить. Нет. Ладно, ты меня задрал. Я, короче, отсюда пошел. Эй, так. Ты меня слышишь? О, Хачло что-то захотела там уже. О, еще потом уже здесь. Я на конференции. Я даже смогла поговорить с этим доктором Брауном. С экспертом, которого здесь все слушают. И что он сказал? Да он меня особо не слушал. И интересовался только едой. Так я и думал. Вся эта конференция чистое шоу. Конечно же, профанация. Ну что вы хотели-то? Даже и не знаю, что еще сделать. Тогда дай мне с ним поговорить. У меня свои методы. Но для этого ты должна каким-то образом обеспечить мне доступ в здание, где проводится конференция. Давай ты через радио поговоришь. Я заметил швейцар. А это еще почему? У нас были небольшие разногласия. Короче, Хач этот уже с швейцаром подрался. Способ незаметно провести меня в здание. Ладно, увидимся. Так... Ну, это 100 пудов. Через лифт, через этот как-то надо. Человек, охранник, ну-ка давай. Стоять!
Вы не имеете права сюда входить. Это еще почему? В эту зону вход разрешен только участникам конференции. Мне очень жаль. У меня есть ксива. Ни в коем случае. Ну, пошел ты нахрен. Давайте на него наорем, он испугается и убежит. Да, ёшкин ты, маюшкин. На, выпей. Нет. Пошел. Давайте с этим человеком поговорим. Ого. Миру скоро конец. Некоторые люди просто не желают слушать. Не. Нет, нет. Короче, я в него потыкаю всем чем угодно. Я не знаю. Нет, нет. Ах, нет. Так, рацию мы... Связь с антенной. Связь с антенной установлена. Так, давайте лифт. Что там с ним можно сделать? О! Так, мы еще вниз можем спуститься, да? Это мы куда? В холл вот этот? О, гаражка. Без гаражки вы букашки. Я с гаражки человек. Так, это хорошо. Сейчас мы обеспечим вход. Замок. Подожди, там камера. Работает только с ключом. Где ключ-то взять? Давай эту камеру сначала свинтим. Так. А, она не активна. Блин, улыбочка там. Короче, все приехали, херню здесь маются. Здесь открыт этот проход. Вот это тоже очень интересно. Так, 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 так. Не, давайте еще дверь. Но она не откроется явно. Давайте попробуем отверткой коцнуть. Ну, естественно, нет. Ну, я... Лучше не надо. Нет, нет. Ну, почему бы и нет, с другой стороны? Силой здесь тоже ничего не добиться. А, ну я понял. Благо нам пока еще есть чем заняться. Какой-то электронный замок, еще один. И, блин, здесь особо больше уже и заканчивается. Ну-ка. Без правильной карты ничего... Еще карта нужна. Не. Ладно. Электронный замок, соединенный с большими воротами. Ну, нам-то большие ворота-то особо и не нужны. Хрена мне этот пунш, зачем его взял? Кому-нибудь вылить надо, но кому, куда, на что. Ничего вроде больше не активно, не привлекает внимания. Единственное, там открыта эта вентиляшка. Но я нигде, она куда-то вниз идет. В общем, как-то так. Главный прикол, что здесь делать больше совершенно нехрен. Вот и е-мое. Так. Ну, ну не пунш аж налить на эту ерунду, правильно? Я не знаю. Вот и я не знаю, дорогущий. Но тут нужно реально тыркать вообще во все места, нет, потому нет, что нет. Игра достаточно маразматичная, имеет такие заскоки. Я не знаю, скорее всего, большинство вообще тупизма в этой игре основано на дурацком переводе, на неполном. Поэтому так, стоп. Тут еще одна дверь есть. Ну-ка, попробуем сюда пройти. С той стороны открыть дверь не получится. А с этой? Я не знаю. Что это вообще за... Похоже на обозначение кладовой. Вот кладовочку я бы прошел. Да это что? На табличке нарисованы мужчины. О, туалет, и пойдем. Возможно, это указатель на гигиенические камеры. Это не гигиенические камеры, это сортир. Это может подождать. Как это может подождать? Возможно, это указатель. Это может подождать. О, горе мне. Кстати, как мне отсюда уйти-то? А, вот так вот. Я понял. Так.
Мы подзастряли немножко. Привет. А, это снова. Я по поводу нашего разговора. Разговаривать бы просто послушать или почитать. Так, ясно, разговаривать он ни о чем не хочет. Давайте попробуем разные кричалки задействовать. Во-первых, во-вторых, возможно, что я могу сюда сойти. И что-то сделать с воротами. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. Лучше сегодня быть активным, чем завтра. О, здесь еще что-то. Просто здание. Демонстранты. Демоны. Лучше сегодня быть активным. Просто здание, здание, здание. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. Давайте побазарим. Слушайте меня. Слушайте ее! Светлое будущее? Нет, спасибо, да? Светлое будущее? Нет, спасибо! Светлое будущее? Нет, спасибо! Светлое будущее? Нет, спасибо! Бред! Светлое будущее? Нет, спасибо! Ой, какой бред! Привет. А-а-а. Мне нужно идти. Так. Прихватите с собой одну из... Ну, давай уже твою закуску. Выглядит... О. Лучше не стоит. Не знаю. Вообще ума не приложу. Что здесь делать? Ну, давайте еще сходим... Сюда. А... И можно наверх. А! Ну так еще место есть одно. Это хорошо. Сейчас. Так, система управления. Шкаф. Электрик. Так, ну глянем. Надо электрика устранить. Мне не обязательно это понимать. Совершенно. Привет. Могу я кое-что спросить? В чем дело? А что ты тут делаешь? Я отвечаю за освещение сцены, а также за проигрывание видеороликов во время докладов. А, ну хорошо, у меня пленка есть. Зачем ты наблюдаешь за демонстрантами? Потому что я хочу узнать, что эти чокнутые делают. Мне совершенно не нравится то, что они стоят рядом с подземным гаражом. А что в этом такого плохого? Вы телевизор не смотрите? Такие демонстрации обычно проводят погромщики, которым лишь бы машины поджигать. О. Почему же я сегодня не поехал на работу на автобусе? Ну, он, короче, волнуется пока за свою машину. Пока себя достаточно мирно. Надеюсь, Монтал, они наверное, дальше будут себя желтенько. Так вести. Еще что-нибудь? Вот эта машина, нужно с ней что-то сделать. Так. Демонстранты, кажется, сильно рассержены. Смотри. Правда? О, да они пока безопасны. Это я сразу вижу. Так, хорошо. Зачем ты все время рассматриваешь эту штуку на экране? Надо, чтобы он убежал отсюда. Это же Тарпан 74-го года. Родстер с открытым моноблочным компрессором. Выжимает 410 лошадей. Ни хрена себе. 12 цилиндров. Впечатляет, да? Моя малышка разгоняется до сотни за 3 секунды и оставит позади в облаке пыли любую другую тачку. А ты вообще думаешь о том, как сильно ты тем самым загрязняешь окружающую среду? Из-за таких безответственных людей, как ты. Земля обрушивается в климатическую катастрофу. Короче, до свидания. Со своей, и не дай бог, я их тогда собственноручно... В данный момент демонстрация выглядит довольно мирно. Так. Еще что-нибудь? Хорошо. Приду еще раз попозже. Нам нужно демонстрантов рассердить. Только ничего не трогайте, иначе... Если переборки откроются, через вентиляционную шахту могут пролезть протестующие. Эти безумцы спа... Ясно. Понятия не имею. Я видела только то, что в серии. Ясно, короче, сейчас нам нужно как-то его машину. Пить будешь? Ах, нет. Ах, нет, не будет. Хорошо, хорошо. Инженер-электрик, сейчас мы поспешим к твоему Тарпану. Что-нибудь попытаемся с ним сделать. Тем не менее, сначала сбегаем, наверное, туда, может, там что есть. Светлое будущее! Нет, спасибо! Светлое будущее! Нет, спасибо! Может, с этим... Привет! Слушай.
А почему ты так нервно реагируешь? Твою лысину, что ты нервничаешь? Что? Твои уши? Мои уши, да? Они сильно торчат, потому что волос нет. Нет, я не это имел. Да, да, все так говорят. Но я все равно вижу, как вы уставились на мою лысину. Ну ладно. И я попозже снова подойду. Как хотите. Светлое будущее. Не. Не желает. Ладно. Светлое будущее. Давайте сходим. Светлое, говорят, будущее. Нет, спасибо. Пунш, выпей. Это ничего не даст. Ладно. Можно мне сказать? В чем дело? Пойду-ка я. О, этот уже вылез. Хорошо. Там светлое будущее. Не, спасибо. Так, ты пуншу будешь? Это ничего не даст. Не будет. Привет, Оги. Привет, девушка из будущего. Снаружи кошмар, что творится. Там снаружи просто кошмар, что творится. О, да, не демонстрация, а бочка с порохом. Я лучше останусь здесь. А то они как разойдутся. Недолго останусь. Трус. Мне очень жаль, но если что-то изменится... Круто. Трус, самый настоящий. Так, пойдемте сходим. Туалет типа сортира. Посмотрим, что там такое. Светлое, тут там светлое будущее, короче. Вы поняли. Угу. А нас туда не пускают. Просто-напросто. Просто-напросто нас туда не пускают. Ну куда этот пунш применять? Нет. Даже... Не понимаю. В голову не приходит, куда его, сука, применить Ах, можно. Так, фотоаппарат. Одной фотографии должно быть достаточно. Нет. Я даже не знаю. Давайте срежем эту курицу. Совершенно точно, нет. Ножницами тогда. Нет, нет. Короче, вы меня достали. Опять какая-нибудь грёбаная идиотская загадка, которую я никак не могу решить. Я не знаю. Так, подожди. Может, что-нибудь добавить в этот пунш нужно? Хм. Сахарку, например. Так, сахариду у нас уже. Не. Не применяются. Плиту. Пунш на плиту лим. Нет. Нет. Да блин, ну реально. Короче. Ой. Надо. Все, короче, побежали. Светлое тем чувакам. Как-нибудь их разозлить нужно. Я так считаю. Светлое будущее! Нет, спасибо! Слушайте меня! Слушайте! Реакторы нужно запретить, так? А, во. Нет реактору в тропических лесах. Нет лысой планете. Нет реактору в тропических лесах. Нет. Ну-ка, как этот ряд отреагирует про слово лысый? Рысый этот. Нет лысый. Реактору в тропических лесах. Нет лысой планете. Да ему похуй. Привет. Он же не слушает даже. Нет реактора в тропических лесах. Нет. Лысой планете? На самом деле думаете, что я не понимаю, на что вы намекаете? Да, они очень сильно намекают. Вам это что, смешным кажется? Да, это вообще это обхохочешься. Если вы немедленно не прекратите, вам всем придется убраться отсюда. Да. Точно, фашист! Заткнитесь, травоеды! Фашист! Я покажу вам, кто здесь лысый. Ах, вот как? Тогда поди сюда, если посмеешь. Нет, я... Знаешь, что я с тобой сделаю, если вы немедленно не прекратите? Что он сделает? Это все? Связь с антенной... Он слишком занят. Лучше я оставлю ее. Так, ну, а теперь он-то пойдет. Можно мне сказать? В чем дело? Пойду-ка я снова работать. Иди. Хорошо.
Это будущее, нет, спасибо. Блин, он занят, но... Так а толку, он мне не мешал вообще совершенно. Снаружи, к сожалению, открыть не удастся. А как нам ее внутри открыть? Как? Мы его, в принципе, отвлекли, получается. Ну как нам ее... Это ничего не... Так, ладно, давайте. Он не считает, что они злые стали? Ну, смотрите, народу сколько сидит там. Взбухают там. Так, ну давайте. Боже мой! Почему они вдруг стали такими... О, нет! Только не к гаражу! Уходите! Держитесь подальше! Только ничего не трогайте, если эти без... Боже мой! О, нет! То... Ну, короче, агрессивными они стали. Больше меня особо... Да и не парит ничего. Придурок точно не захочет говорить. Привет. Мне нужны... Прихватить. Этот придурок точно не захочет говорить, опять же. Ты можешь сыграть что? Видимо, нет. Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! Слушайте ее! Реакторы нужно запретить! Реакторы нужно запретить! Как тот придурок отреагировал? Уже успокоился. Боже мой! Почему они вдруг... О, нет! Только не к гаражу! Как-то гараж нужно открыть. Я не знаю как. Не, давайте еще посмотрим на лысого. Что он там? Реакторы нужно запретить! Реакторы нужно запретить! Он слишком занят. Ой, давайте в гараж, короче, еще сходим. Этот придурок явно не хочет общаться. Ого! Мирус... Некоторые люди... Туалет нам типа не надо. Войдем. Стоять! Это еще... В эту зону вход разрешен. Если я не ошибаюсь, это проход. А, на сцену. Ну, все ясно. Тогда так, давай вниз. Вот это его машина. Ну, здесь реально. Здесь... Здесь хотя бы... Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Куда? Вниз давай. Здесь реально вообще ничего нет. Совершенно ничего. Кроме вот этого замка, который я не знаю, как открыть. Не карты. Ну вот, вот 76-го года это его. Тачло. Камеру я тоже тронуть не могу. Давайте откроем. К сожалению, от одного желания не... Реально. Не, вообще, честно, хочу признаться, игра очень неочевидная. Потому что, ну реально, я считаю... Вот, например, той же фирмы дедаликов этих я играл в... Вот эта вот улыбочка дурацкая. И играл в Алькатрас, и там мне практически, по-моему, я там посмотрел вообще только один раз буквально. Здесь это какая-то задница, просто задница. Ладно, давайте тогда на этом месте завершим серию, вот, продолжим мучиться уже в следующей. Спасибо, что смотрели, с вами был Юра, всего вам самого наилучшего, пока-пока.